Дорогие мои друзья, 2 июля. И расцвела еще одна красота в моем саду из моих семян. Вы посмотрите, какой цветок. Какой красивый цветок. Этот сеянец был мне интересен с самого начала. Почему? Потому что у него пурпурная листва. Посмотрите, какая мелкая. Какая мелкая, как, попросту говоря, как петрушка. Листва и бордовый отлив идет. Я фотографировала этот сеянец с самого начала и обращала на него свое внимание. Я посадила его отдельно в горшок вот такой, чтобы дать ему все условия получше. И сейчас, сегодня, он распустился полностью. Я не могу не передать вам свое восхищение. Вот сейчас вы видите натуральный его цвет. Посмотрите, какой цвет. Бархатный цвет. Цветок какой. Серединка там такая, как пуговка идет. А цветок такой вишнево-красно-алый, бархатный, твердый, твердый такой. И вот такой помпонной формы, шариковой. Ну, вы сами видите, какой красивый. Мне сильно нравится. И такой куст круглый. Полно здесь бутонов еще. Хорошо кустится. Плотный кустик, невысокий. И вот какой цветок по центру. Ну, красота. Знаете, я не ожидала, что получится так. Вот смотрите, какой красивый, какой красавчик. Какой красивый цветок. Мне кажется, он заслуживает внимания, этот сеянец. Я буду наблюдать за ним в дальнейшем. Я сниму еще вам видео, я сниму еще фотографии. И покажу вам, какой он будет. Вот я вот так со всех сторон вам его покажу. Растение в горшке. Здесь много веток с бутонами. Вот веточки такие красивые. Вот сверху цветок какой. Ну, посмотрите, какой. Красота. Мне сильно нравится. Очень красивый сорт получился. Вот такой вот семян. Не могу передать вам свое восхищение и свою радость. Но все равно, как бы я ни снимала, вот солнце немного не передает тот настоящий цвет, который имеет этот цветок. Но он вот такой вот. Вот такой вот, как вы сейчас его видите. Красивый. Друзья, пожалуйста, смотрите все мои видео, подписывайтесь на мой канал. Буду вам показывать еще много красоты, много всего интересного. Спасибо вам. Пока-пока.